Касым Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на Тарауском НПЗ и Мангистауском атомно-энергетическом комбинате. Президент держит на постоянном контроле ситуацию, сообщила пресс-служба Ақорды. Виновных привлекут к ответственности согласно закону. Правительство должно в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние. Я напомню, накануне вечером на тепловой электростанции в Атырау аварийно отключился первый энергоблок. Авария произошла в 18:23. Были введены временные ограничения на потребление электроэнергии, находящихся рядом промышленных предприятий, в том числе АНПЗ, а также части населенных пунктов. Позже электроснабжение в Атырау восстановили. Ближе к полуночи Минэнерго сообщило, что восстановлена подача электроэнергии на Атыраусский НПЗ. Продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов завода.